Привет, друзья! Я нахожусь в курортном поселке Пипа, что находится примерно в 80 километрах к югу от Наталя, на северо-востоке Бразилии, в самой ее северо-восточной части. Если посмотреть на карту, то эта точка, наверное, самая близкая точка к Африке и к Европе. Пипа — это один из самых известных и популярных пляжей в Бразилии. Чем он известен? Известен своей шикарной чистой водой, белоснежным песком, и здесь берега состоят из довольно высоких 10-метровых утесов. Это место достаточно уникальное для Бразилии, поскольку берег везде, 99% бразильского побережья, берег везде очень низкий, просто, так сказать, спускается прямо к воде плавно, и только вот здесь, в районе Пипы, высокие 10-метровые утесы и скалы вдоль берега. Вот, совершенно такой уникальный пейзаж. Вот сейчас я иду на пляж, чтобы все это дело посмотреть. Вот такие вот совершенно нетипичные для Бразилии пляжи здесь в Пипе, что на самом деле мне очень нравится, потому что, ну, честно скажу, после месяца путешествия, после тура по пляжам Бразилии, начиная с юга штата Рио-де-Жанейро, все пляжи плюс-минус одинаковые, и как бы, ну, начинает приедаться, а вот здесь что-то совсем другое. Эти скалы, вот эти вот вулканические камни какие-то, вот, выглядит очень красиво, очень необычно и нестандартно. В общем, глаз радуется, видя что-то совершенно новое. Нашел сейчас только что на пляже библиотеку. Очень необычное явление для пляжа. Пообщался с ее хозяином Фабио, адвокатом из Сан-Паулу, который живет здесь в Пипе. Ну, не живет, а проводит достаточно большое количество времени. Несколько месяцев в году. И, в общем, очень многие люди, путешественники, туристы, читают книги, не хотят их, ну, заканчивают книгу, не хотят их вести обратно домой и оставляют. И он просто в какой-то момент стал это все дело собирать, складывать на полку, и когда книг накопилось огромное множество, он
в общем, открыл такую библиотеку. То есть абсолютно бесплатно можно взять книгу, почитать, потом вернуть на место, можно даже не возвращать, можно оставить свою книгу, можно на место книги, которую вы взяли, положить ту книгу, которую вы уже прочли и вам не нужна. Книги есть там на португальском, на английском, на немецком, на польском, в общем, на 5 или 6 языках. Время примерно 12:30 пополудни, и происходит мощнейший отлив. И, кстати сказать, отливы-приливы, они обычно, вот их цикличность смещается примерно на полчаса, на час каждый день. И вот буквально неделю назад, когда я был южнее в Порто-де-Галинес, самый минимальный уровень отлива случался примерно в 8-9 утра, сейчас это уже происходит в обед. Вот, и здесь море также вот уходит и освобождает такие натуральные бассейны, очень прикольные, где можно принимать ванну с чистейшей морской водой. Я вернулся снова на центральный пляж этого курортного поселка Пипа. И вот сейчас 2 часа дня. Самый просто, что ни на есть, мощнейший отлив. И вот, я не знаю, море ушло, наверное, метров на 100. Просто удивительно, насколько гигантская разница. Просто сложно себе представить такое. И при этом обнажается широкая полоса дна. Но в каких-то местах вода остается. Прям очень красиво, камни обнажаются. Много крабов. При особой удаче можно даже видеть осьминогов, всяких каких-то рыбок, которые остались в этих бассейнах. Очень красиво. Можно там плескаться, загорать, купаться. Прям настоящие натуральные джакузи.
я пришел на еще один очень знаменитый пляж, на сей раз по левую сторону от Пипы. Пляж называется Praia de Golfinhos, что означает пляж дельфинов. Вот такой вот очень красивый, замечательный пляж. Говорят, что сюда, вот в этот, в эту небольшую бухту, во время отлива заплывают дельфины. Что буквально вчера здесь видели дельфинов, ну вот в 2-3 метрах от себя. Многие люди, которых я встретил. Надеюсь, что мне повезет. Увидел я дельфинов все-таки совсем близко от себя. Единственное, они, конечно, выныривают на полсекунды и потом снова уходят под воду. И очень сложно их поймать на камеру, поэтому придется поверить мне на слово. Ну и вечерняя небольшая прогулочка по самой Пипе. Пипа – это совершенно типичный курортный поселок, каких миллион в разных частях мира, на разных побережьях. Здесь есть обычный набор всего, что есть и везде. Рестораны, магазины, сувенирные лавки, продуктовые магазины, отели, хостелы, различное жилье в наем. Все, что угодно, в общем. Совершенно стандартный набор. Люди вот очень веселые и приветливые здесь. Вот, очень много, кстати, аргентинцев. У меня такое ощущение, что аргентинцев здесь больше, чем бразильцев, поскольку, ну, видимо, эта часть Бразилии, это побережье, очень популярно среди аргентинских отдыхающих. Вот, и такое... В общем, Пипа — это аргентинцы, это бразильская Турция для аргентинцев. Вот так бы я сказал.